В общем, вот так. Это, Лиля, выходи из укрытия, ничего не взорвалось. Это просто, да. А что там смешно, вот так вот люди не решаются. Да ладно, ну подумаешь, там что-то пошипело, ну граната там. Это, или что там? Да ерунда, это просто костер решил пошипеть. Чего? Ну нет, там что-то, знаешь, было прям такое. Всем привет! Мы находимся непонятно где, справляем Жене день рождения. А, спасибо! Да, у нас покажи настойку, кстати, где она? У нас классная настойка. Это крутая настойка. Там сама сделана из набора, выданного на конференции. Гравитон — это компания айтишная. Сам Бог на нем. Они с МТС там что-то сотрудничают, пытаются продавать. Так что Татьяна замерзшая. Привет. Толик не замерзший. Толик, ты что, не замерз? Вот наглый. Все замерзли, а Толик не замерз. Одетый? Ну так ты разденься. Что такое вообще? Девушек вообще греть надо как-то, я не знаю. Нет, ну, очень классно здесь место, вообще есть такое как бы... Место офигенное. Я не знал, что есть такое место. А как ты нашел? Я вообще вон во враге вон там искал этот столик и не нашел. Думаю, что делать? Там раньше столик был во враге, я даже места не могу найти. И такой, думаю, так страшно, темно, ничего не видно. Вообще такой, думаю, что мне делать? Короче, сюда поднялся, смотрю, нифига себе. Так что офигенное место. Ну конечно. Вон перчатка есть, можно надеть на ногу. Здесь можно сидеть, лежать. Там туда мусор можно выкидывать в бочки. Здесь такое ощущение, что здесь кто-то уже это, как сказать, здесь как бы, наверное, все лето что-то здесь делали. Вот здесь какой-то окоп интересный. Огороженный окоп. Не знаю, что там делали. В общем, в интересное время мы живем, товарищи. Белое хорошее пиво. Его как бы оно вкусное. Шашлык сейчас будем жарить. Можешь шашлык побыстрее уже прямо? Можно. Сейчас. Все. Все начинаем. Да, это, кстати, я. Я буду сырой. Не заснялось. Все. Я поела.